Всем привет! Сегодня 26 мая 2019 года. И мы едем прогуляться на несколько часов в Лонг-Айленд. На дороге такой трафик. Движемся как черепашки. Хотели просто, вот сегодня воскресенье, хотели проехаться туда-обратно, там где-нибудь кофе выпить, посмотреть на природу. Ну вот, пока что ползем и тащимся. Здесь возле океана люди имеют места, где сделать барбекю, посидеть, отдохнуть. Пляжа здесь, правда, нет. Это какой экзит? 13-й экзит. Вот. Ну, так вот люди проводят день рядом с водой. Там всякие есть там кафешки. С собой беру что-то покушать. Плохо то, что мы вот так вот тащимся. Смотрю на деревья по сторонам дороги, по бокам. И говорю, лето наступило. Почти что 30 градусов жары по Цельсию. Так вот. Самолет садится. Да, белая акация. Я очень люблю мед из белой акации. Он такой замечательный. Такой светлый, с зеленоватым оттенком. Черемуха и акация белая. Все вместе. Красота какая. Птички так хорошо поют. Вон рододендрон кустик цветет. И вот здесь есть. Красота какая. Так, машин полно запарковано, все дома. Ах, дымком пахнет, барбекю делают. Какой хороший. Вот там сзади, там находится залив, такое озеро. Там вода. И вот рядом тут и катера у всех есть, и причалы вот здесь. Сейчас сонный райончик. Все люди отдыхают. Едем домой, так пасмурно. На завтра передавали, но видно, сегодня уже вечером начнется. Пошел дождик. Хорошо, что на пути домой, а не наоборот. Вот. Вовсю льет. Да уж, не думали, не гадали, в такой ливень попасть. Вот так вот, так что синоптики не всегда угадывают. Движемся как черепахи. Лодку везут.
ветерочек. Вон как вода из-под колес брызгает. Не знаю, отсюда видно или нет, вот такая радуга красивая. Вот она радуга. Еще. Хорошо бы видно ее было. Какая красивая. Здесь вот залив вот сюда идет. Вон кораблики. Там вон марина вдалеке. Красота. Все так после дождя сверкает, блестит. Умылся город и пригород. Какая красота.